Посмотрите, какая красота. Снег такими хлопьями идет. 6 февраля. Вот недавно приехали мы из города. И повалил снег. И солнышко идет, смотрите. Ой, солнышко светит, и снег идет. Просто прелесть. Красотища. Да. Эта зима нам дает жару. Прекрасно, пускай стоит и морозик, и главный мороз, и снег, что очень удивительно для Латвии, чтобы сильные такие морозы и снег шел. 99,9% всегда, если снег у нас начинался, значит, вот теперь. Почти всегда. На следующий день встаешь, уже все кругом плывет и течет с крыш. Но вот так вот, смотрите, ой, красиво, красиво. Сейчас тоже уже в районе 10 градусов мороза. Так и стоит. Как приехали мы, было 11, потом 10 стало. Красиво. Да. Ну, всего доброго. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Ставьте лайки, пишите комментарии. До свидания.